привет! Вы на канале Лейсан. Продолжаем следить за последними новостями туризма. И сегодня пришла информация о том, что же ожидается на курортах. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий из мира туризма. Туристические страны с жарким климатом вступили в гонку за привлечение европейских путешественников на время зимовки. Турецкие курорты уже предложили выгодные условия. Всего за 1620 рублей в сутки в пятизвездочном отеле системы обслуживания «Все включено». В то же время египетские отели пересчитали свои цены и предложили европейцам перезимовать с комфортом на Красном море. Всего за 1080 рублей. Примерно это 18 евро в сутки. Рассмотрим подробности предложенных вариантов. Приближающуюся зиму в Европе местные ожидают с опаской из-за роста цен на природный газ, электричество, уголь и дрова, а также взлетевших цен на продукты. У немцев туристического агентства Lidl.rs появились туры в зимнюю Турцию стоимостью всего 599 евро за 22 дня. То есть как раз по 27 евро в день, это вот примерно 1600 рублей, включая перелет, проживание и питание. Но египетская Хургада предложила самый дешевый вариант зимовки – всего 65 тысяч рублей за 60 дней. То есть за один день пребывания в теплом отеле путешественники заплатят всего 1080 рублей, то есть 18 евро. Еще больше новостей на моем канале. До скорой встречи, пока!